Сәлем алейкум, эфирден ЕТЖ программасы бүгін январьның 16-сы студияда сіздер үшін мен Эльмаза Санчалышам. Ахмеджит СИЗОсында сияси ве дини давалар бойынша тутылған қырым татарларыны сөзде муфтият хадимлері зиярет етме. Бахмеджитте тутылып Хизбут Тахрирге аляхасы бар деп қабатланған Джимиль Гафаровның шикаяты махкемеде бақылғаны вақыт белі олды. Адвокат имени Авамилева хабер еткеніне көре муфтият хадимы Раим Гафаров Общероссийский народный фронт азасы ола екен. О СИЗОда тутылған инсанларыны зиярет етіп, оларның дини ахлары бозуламы, йохмы незарет етме керек екен. Ләкин о іч бір кере Джемиль Гафаровнен көрішмеген. Мабус ісе ағыр қасталықларнен чекіше ве дени ахлары бозылғаны ақында айта. Он содержится в спецблоке, то есть это небольшая маленькая камера на два человека, и что он даже не может отправлять свои религиозные нужды, то есть сделать ему намаз, это сегодня большая и огромная проблема. Он просит обратить внимание духовного управления мусульман Крыма на то, что один из имамов города Симферополя, а конкретно Гафаров Раим, является членом ОНК. И что за все это время, а он уже почти три месяца содержится в Симферопольском СИЗО, ни разу не посетил конкретно Гафарова Джемиля Абдуллаевича. Не вбиты ки Дениш Трюлев эркезна эркезге формуласы черчевесінде кечерілмелі. Были шартлар меджлис рейсы Рифат Чубаров и Срарыты. Оның сөзлеріне көре Украина акиметы меджлиснен берабер яны жетвелер узерінде чалыша. Рифат Чубаров айтханна көре азырланған Дениш Трюлевде Хырымда тұтылып Руси апсханелерінде болынған Хырым татарларының сой адлары да олмалы. Кеченлері Украина президенті телефонен Алмания канцлері Ангела Меркер или лаф еткенде яны Дениш Трюлев жедвелер азырылғаны хабер етті, ама анда қырымлылар олажақ мы, йоқ мы ачықламады. Для нас было очень важным о том, чтобы украинское государство демонстрировало о том, что это наши граждане, это наша территория. И исключение из переговоров Крыма, наоборот, усиливало как бы позиции Российской Федерации и давало им как бы моральное право не нам, а другим в Европе, в других странах говорить, видите, украинцы... Ну, типа они молча признают, да, вроде, они молча, да. Да, по факту, по умолчанию, да. И тогда я действительно отметил о том, что с нами не было консультации. И хочу заметить, что сейчас у нас полное взаимодействие с теми людьми, которые занимаются подготовкой, по крайней мере, ведут переговоры. О иқтисади атта профан, президентны башында есе туман. Украинада баш назирай трафында хавға тархала. Ичтимаи ағыларда топлашуларының бірінде япылған сөз язысы пейді алды. Анда о бір хач назир ве милли банк реберлерінен грибна қавелешкені ве бюджетті пара қытлығы ақында лаф еті. Тәрсілятлыджа Левхамызда. Как надурить президента? Более серлевала YouTube канал Баркачку на Вильсе Тешкелетельген. Туневана Ахшамасе, Анда Барден Учсес Язаса, Ерлиш Трольда. Анда Баш Назир Алексей Гончарук, Малье Назира Оксана Маркова, Ихцадиат Назира Тимофей Милованов, Милли Банк Йолбашиса Якив Смалиеве, Онан Муавин Лера, Катерина Рожкова, Ве Дмитрий Сологубнан, Сесе Иштали, Гривна Кандалаф, это президент Ихцадиата Ичте Англа Маганна Музакиретелер. И нам надо говорить о друзьях, чтобы эта история выглядела очень, будем говорить, реалистично, честно. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, не будет пустое место там, и к нему будет прилетать какая-то хрень на тему облигации. А эта облигация, это чисто, она попадает в голову, только потому что у него есть Невбитый кисес язысында Милли банк елбашысынан муавина Катерина Рожкова Италия макаронларны ишлеп чыгарып Украина иқтисадиятына көтермеге теклиф етті. Баш назиресе гривна кабилешкенінен музбет тарафларына президентке насыл аңлатмақны уйдыра. Оливье салаты индексі мисаленде аңлатмаға қарар ала. И так далее, и тому подобное. И можно сказать, ну, смотри, вот, то, что сейчас курс меньше, значит, что Оливье в следующем году, на следующем новогоднем столе, не будет дороже, чем этот. Да. Бұл сес язылары «Слуга народа» фракциясындан халқы депутатлар Александр Дубинский, Максим Бужанский ве Александр Куницкийны пекачуландырды. Олар берабер акимет елбашысына қыдырып, о истифаға кетмесіні талап етеджек олды. Ждали появления премьер-министра Гончарука,
который, я считаю, после всего происходящего, по логике и совести, должен написать заявление об отставке. Потому что если он считает своего руководителя, которым является президент, и которым он шел работать, человеком, не разбирающимся в экономике, и позволяет себе обсуждать, подчеркну, это не только он. Он сейчас находится в офисе президента, но мы очень ждали, чтобы ему это заявление запихнуть туда, куда его следует запихнуть. Слуга народа фракциясы Ажилет Туплашов да кечерді. Фракция юлбашысынан Муавин Александр Корниенко қайд еткеніне көре, баш назир истифасына музакере біле етмегенлер. Олған мәліматқа көре, бұл сұвалына Коломойский группасына кірген 5 депутат көтережек олған. Бұл сұраға Дубинскіні де қошалар. Корниенконың фікіріне көре, назирлеріні Украинаның тыш душманлары да діңлей білгендір. В умовах війни тоді ситуація щодо захисту безпекового від прослуховування топ-чиновників, вона досить гостра. Да? Тому що, ну, власне, нас можуть прослуховувати, прем'єр-міністра виходить, і міністрів, да, і керівництво Національного банку. Це стратегічні люди, стратегічні посади, і треба з'ясувати, ну, якщо це дійсно правда, і це автентичні плівки, то автентичні голоси, то треба з'ясувати, хто їх прослуховував, з якою метою. Це взагалі матеріал для Служби безпеки. Саба баш назир Алексей Гончарук та сесленді. Оның сөздеріне көре, бұ язылар хакиметіні қараламақ үшін айдынлатылды. Бұ языларына назирлер шурасының қабаржылық нен көрешіні беген мегенлер ерлештіргендір деп түшіне. Вони марно намагаються їх відновити, і це в них не вийде. Звертаюся до тих, хто бореться разом з нами, хто переживає за нас. Все буде добре. Нас не злякати. Щодня ми будемо прикривати нові і нові схеми для того, щоб нашу країну корупція перестала точити зсередини. Наша команда працює над тим, щоб кожен українець відчув зміни якнайшвидше. Боротьба триває, і я впевнений у нашій перемозі. А гривня рекордно міцна. Нашій національній валюті починають довіряти. І якщо це не позитивні зміни для нашої економіки, то я в ній повний профан. Шымда кеметіні істифаға елламақынан чаресі йоқ. Назирлер шурасында бір еллық иммунитет бар. Назирлер тек осы істегінен вазифесінден кете біле. Владислав Стужук, Заман, АТР. Казино ханунға көре юхары шурай кенжейн тұлувнен Украинада ойын бизнесіні қанунлештірді. Бірінде оқовда ханун лейхасына 260 халық депутаты қол тұтты. Ханунын мүелефлері ойын автоматларыны үш илдызлы отеллерді ерлештірмеге теклиф әте. Ойынжы 21 яшында олмалы ве казиноға тек паспортнен кіребіле. Ханун бұзған мөзеселер пара жизасына оғырай бүлле. Лицензиясыз чалышхан казино сайып апыске алына біле. Егер де ханун екінде оқуфда таздықланса, ханун бозыжыларыны 5-8 елға хапата білелер. Ханунын мөелифі Олег Марусяк білдіргене көре, казино бір ел ішінде бюджетіні 4 миллиард гривнаға толдыра біле. Щодо реклами азартних ігор, вводимо жорсткі норми. Щоб реклама не дурила людей, що азартні ігри – це спосіб легкого збагачення. Запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії. Будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст. Зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок. Щодо лотереї. Лотереї будуть лише класичними. Не буде ніяких залів так званих миттєвих лотерей, під які маскуються гральні заклади. Джебеннің Донецк елішіндегі қысымында бір украин арби әлякылды. О, Харьковлы 24 яшында Алексей Кучкин. Душман снайперіні құршыны башына теген Алексей 3 елдан берлі Украинаны джебеді хорчалайды. Бір ай әвелсі екінші кере әвеленді. Бірінде апайдан оғылы оқсыз қалды. Кечкен күн девамында душман күчілері 11 кере украин арбилері позицияларыны ұжым еткен. Луганск елішінде Русь дженкаверлері 27 майын атқан. Джебенің дегер қысымына да душман Минск анлашмаларыны яссақ еткен силяқ қоланған. Російське окупаційне командування з початку цього року активізувало призовну кампанію на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. До агітаційних заходів залучені усі місцеві медіаресурси – телебачення, періодичні друковані видання, соціальні мережі та інші.
Російські пропагандисти для мотивації чоловіків призовного віку проходити військову службу у складі з'єднані частин 1-2 армійських корпусів обіцяють їм нібито високе фінансове забезпечення. Украинада генчлері Кеннеди 18 яштан арбих ызметке чагырып башлаяклар. Мезкур фирманы президент Владимир Зеленский имзалады. Эр вахыт олган экиби 2 чагыруу далгасы олажак. Барды апрелден июнь айына кадар. Кузде октябрынын декабрге кадар. Ордуга эвел олган экиби 27 яшына кадар эрекетлерин алажаклар. Украинанын 5-нчи президенти Петро Порошенко 2015 тенесинден берли Ось фирманынын 20 яшында олган эрекетлерин ордуга алмага аваля этеди. Кара куветлеринин жолбашчысы Бусениден башлап чагыруу яшы 18-ге кадар түшүрүлмөсүнө теклиф эттим. Президент кол туткан. Мудафана Зираиси асылында мажбурен аскерликке чагырууну ред этмеге теклиф эте. Русия яны баш назирнен. Дмитрий Медведев бутун назирлер шурасынын истифага кеткени билдирген сон Путин бу вазифеге Михаил Мишустинны намзетине теклиф этти. Бүгүн эсе Девлет Дума онун намзетине кол тутту. Кремль сайтында Путиннын эки ферманы айдынлатылды. Биринчиси боюнча сабык баш назир Дмитрий Медведев Хавсыздык шурасынын баш муавини вазифесине тайинлене. Экинчи ферман боюнча Михаил Мишустин баш назир вазифесине. Мишустин бундан эвель берги кызметинин жолбашчысы эди. Онын акында не белли олганын Невбетеке Левхамызда. Бүгүнге кадар Михаил Мишустин Русиянын федераль берги кызметинин жолбашчысы эди. О 53 жашында. Алган таасили боюнча система техника моюндисы. Башта берги кызметинде чалышып, сон бизнесинен угураша башлады. Сонра эсе Кенеде Девлет кызметине кайтып, Русиянын баш берги кызметчиси болду. Русиялык экспертлер уну Путинге жакын болгон иш адамдарынын баглай айтканларына көрө, ЭР кесинен тил тапышмага билген инсан. Президент поручил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики. Русия сиясет шынаслары. Не үчүн Путин бу намзетни сайлаганы үзеринде түшүнө. Базылары дейки, о техники баш назирде келди, о Невбетеки президент намзети ула биле. Кечинлери Михаил Мишустин, Владимир Путин эле корушту. Бүгүн эсе Русия Девлет Думасы огонунда чыгыш жапты. Анда яңы баш назир намзетине кол туттулар. Позиция фракции «Единая Россия» единогласно консолидирована поддержать кандидатуру, внесенную нашим президентом. 2015 сенеси Forbes Мишустинны бай меморлар жедвелине кирсетти. О 23 миллион рубле келерден 54-нчи жерге айыл болган эди. Кечкен сене эсе о Forbes'нын рейтингине кирмеди. Онун номер аркадашы эсе меморларынын эң зенгин апайлары. Рейтингинде 10-нчи жерде жерлешти. Соңки 9 жыл девамында о аман-аман 800 миллион рубле казанган. Мишустин Путин кыбы хоккей себе. О атта Русия Хоккей Федерациясынын жолбашчыларындан бири болду. Журналистлер хабер эткенине көрө, Мишустин атта Григорий Лепснын жырларына музыка да жазган. Мишустин ижгал этилген Кырымны зиярет эткени үчүн эсе Миротворец сайтына да угурады. Вероника Ивашенко, Заман, АТР. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган арбилерине Либияга жолганганы илан этти. Бул адымдар Бирлешкен Миллетлер тарапынан танылган жерли акимиятны дестеклемек үчүн жапыла. Жолганачак арбилер көлөмү ве техника мигдарын айтмайлар. Либияда Бирлешкен Миллетлер тарапында танылган акимият ве Либия милли ордусу Халиф Хафтар жолбашчылыгында бир-бирине Триполи жыбарындаки Дженктен сон атешкес режими бузулганда кабатлады. Аны насыл чезмек мүмкүн олганына Берлинде январынын 19-нда музакере этежеклер. Эвнын сайбыне язны эдия эт, ижгаль этилген Ялтада калядкаларына ярлаганлар. Бир хач йыл девамында Ялта ялысында украин калядкалары янгырай. 2016 сенеси блэкаут вахтында ялтылар «Радуйся, ой, радуйся, земле ве щедрикне» ярладылар. Бус эфир балачыклар 30 саниэли левхада «Нова радость» стала түркіні ижра еттілер. Видеоны ичтимаи ағыларда дерч еттілер. Қолданычылар Қырым илле бу балачықлар үшін өз ватынына қайтар деп изатлар язды. Дарлилер, таласшасы мені, Сусында
Бұда қада нәтиже программасы сонына етті. Қайырлы ақшамлар тілеймін. АТР-ден айырылмаңыз.